Итак, добрый день, дорогие друзья. Вашему вниманию предстоит увидеть один из центральных поединков первого дивизиона. Футбольный турнир «Пульс». Встречается футбольный клуб «Индустриал» и футбольный клуб «Интерпайп». «Интерпайп» в желтой форме, в своей традиционной. «Индустриал» с намеком на синюю форму, но немножко в разнобой. Матч первой лиги, первой лучшей восьмерки, как бы. Большие ожидания от этой встречи. Оп, хороший первый удар, это пробивал Шевченко Александр. Сейчас по ходу будем вас знакомить вас со складами команд. Друзья, сейчас мы будем с вами знакомиться с действующими лицами сегодняшнего поединка. Я бы не сказал, что есть у нас фаворит в этой встрече. Такая довольно-таки два интересных клуба. Вот Гергель прорывался. Встал, ой-ой-ой, в сетку попал, в сетку запутался. Начнем мы с «Индустриала». Так, только что на ваших играл был Гергель Артем. Он по 16 номерам выступает. Вот впереди играет Дороха Артем. Два Артема в нападении. Первый удар, первый гол. Друзья, это Велимный. Это Велимный Евгений. Забивает свой гол. Свой 25-й гол. Тем самым он сравнивается со своим одноклубником, с 11 номером, вот, который сейчас принимает мяч. Это Усачев Александр. На их счету теперь по 25 мячей. 50 голов забили на двоих. Два эти форварда. И уже идет, знаете, борьба одноклубников. Итак, Велимный, который отбыл 4 игры дисквалификации. Вот это что творит этот парень! Это был шедевр, друзья. Это было очень круто. Браво, Роман, браво, Архипенко. Просто красавчик. Вы видели этот мяч? Просто шедевральный гол. Толчком, знаете, вот именно по профи он это сделал, Рома. Отмечаем, что Рома тоже является одним из лучших бомбардиров своего клуба. На его счету 12 мячей, это 13-й его гол. Знаете, нравится начало. Нравится мне то, что я не могу перейти даже к тому, чтобы назвать вам составы команд. Ребята мне не дают это сделать, и это очень хорошо, потому что игра с первых минут смотрится, и смотрится очень интересно. Но все-таки продолжу я ознакомить с составами команд. Итак, Рома. Отмечаем его активность, который забил гол. Это Архипенко Роман. Дороху я уже говорил. Гергеля говорил. И также в старте вышел Шевченко с бородой. Ну и на воротах страж ворот «Индустриала» это Александр Калистый. Дозовили на второй круг этого парня футбольный клуб «Индустриал». Вот такая пятерка вышла в стартовом составе. Кто же им противостоит? Это Велимный Евгений, о котором я говорил, 15 номер, и Усачев Александр. О них мы уже сегодня оговорили. Также 33 номер, это Бурмак Дмитрий. Он с капитанской повязкой. Он вожак этой стаи, он ведет эту команду вперед. Вот он на ударной позиции бьет. Кстати, отмечаем, удар у него очень жесткий, хлесткий, очень сильный. Он снова с мячом. И также 13 номер в стартовом составе Дзюбенко Дмитрий.
Будет фол, будет фол. Ты прикалывайся, ну что, при чем тут ты вообще? При чем тут ты? Скажи, что ты орешься? Крики, крики. 11 номер. Усачев Александр устанавливает мяч. Он техничный парень. Посмотрим, что он сможет придумать. Точнее, я посмотрю и вам покомментирую. Удар, но не точно. И на воротах отмечаем, что в составе Интерпайпа на воротах Хабибулин, Фарид, страж ворот. Итак, 1-1. Гергер ушел, Одесса пришел. Вот так можно прокомментировать замену, которая произошла у нас. Это Гаволотюк Сергей вышел на поле в составе. Вот он с мячом. Красная такая футболка у него. Оп. И также Роман вышел на поле. Видите, черная футболка, он в центре поля сейчас. Это второй Роман. Это Казнин Роман. Вот видите, с мячом это новый человек, которого дозаявил футбольный клуб Интерпайп. 28 номер, Романенко Роман, дебютирует за команду Интерпайп. Мы до этого его не видели в первом круге, вот во втором круге. Посмотрим, как этот парень проявит себя на футбольной площадке. 28 номер Романенко Роман. Так, Усачев бьет. Хорошая игра, друзья. И вот выходит молодой амбициозный Цокур Сергей. Видите, он в футболке Украина. Перед матчем он разминался вместе с игроками Интерпайп. Наверное, узнавал у них тактические схемы. Втирался к ним доверие. И сегодня будет использовать эти знания для того, чтобы играть против Интерпайп. Они в хороших отношениях с Интерпайпом. И вот Усачев. Ну, Усачев, конечно, очень хорош. Можно его выделить. Ой-ой-ой. Борцовский прием. Я бы дал за это, конечно, штрафной. Ну, не знаю, почему реф не свистит пятый номер. Очень его жестко встретил. Лоза Виктора очень жестко встретили. Вышел на это и получает желтую карточку Роман. Казнин Роман получает желтую карточку. Все-таки рефа с опозданием, но свистит этот штрафной. И сейчас будет пробивать. Наверное, Усачев будет исполнять этот штрафной. Посмотрим. Ой-ой-ой! Хороший удар. И Цокур. Цокур Сергей очень молодой, живой парень. Не все игры у него идут. Не успевает 13 номер. Зюбенко Дмитрий. Роман. Дальний удар, но это совсем не точно. На поле вышел 11 номер. Это Тансюра Денис. Вон на ваших экранах там с левой стороны красные шорты. Тансюра Денис. Ну так постепенно мы с вами будем, друзья, знакомиться со всеми игроками, действующими лицами. Евгений Велинный. Усачев. Снова Евгений. Снова Усачев и Кэп. И новичок команды разворачивает неплохо свою игру. Не получается у него пас. И первый его удар. 28 номер. Романенко Роман. Вышел в нападение играть, хотя многие играют в нападение. Ой, что это за проезд? Дмитрий просто проехал на жопе 5 метров. Это было эффектно, зрелищно. И главное, эффективно. Накал встречи у нас возрастает. Оп,
Дмитрий пас. Неплохой пас. Велины. Ай-яй-яй. Это перекладина. Мяч ударяется в крестовину. Отлетает все-таки не в ворота, а в поле. Не-не-не. 11 номер не дает 11 номеру пройти. Усачев ставит блок. Интересная игра, друзья. Живая, интересная. С огнем в глазах. Ой-ой-ой, и снова момент. Прекрасный матч, друзья. Хочется, чтобы он и шел, а уже 5 минут до конца встречи. Очень быстро бежит время, когда игра интересная, когда матч хорош. Оп, и снова удар. Рома сегодня хорош. Итак, Цокер включает. Итак, Кэп, Дмитрий. Не смог он пройти 11 номера. Чисто было сыграно. И Дорог скинул в себя лишнюю футболку. Немного освободился. Стал легче. Ай, вот четвертый номер выходит на поле. На площадку. Это Кияшка Дмитрий. Вот он на ваших экранах. Вот Кияшка Дмитрий. Ай-яй-яй, неудобный пас отдает. Пихают ему за это коллеги, что дал незручной пас. Заводятся команды. Вот, вот, вот ошибка была, ошибка, чуть не привела она к голу. Ай-яй-яй, ух, бурлят, бурлят, друзья, эмоции у нас с вами. Рома, Казнин, снова Рома и Обрезочка. И вот, смотрите, моментище, это гол, друзья, это Велимир. Оформлю дубль в этой встрече. Велимный в важном и очень принципиальном противостоянии вводит свою команду вперед 2-1. Тем самым улучшая свою личную статистику. И в своей личной дуэли лучших бомбардиров он выходит на первое место не только в своей команде, но и во всем первом дивизионе. 25-6 голов теперь на его счету. 26 голов. Но более важно все-таки не его личное, наверное, достижение, а достижение команды. Его команда благодаря его голу выходит вперед. 2-1. И 2 минуты до конца встречи. Что ж, сюжет очень закрученный, интересный. Дороха ухом принимает этот мяч. Видно его заряженность, он как бы габаритный парень, заряжен. Хочет играть, хочет побеждать, но... О, перехват. И смотрите, в 3-2. Хорошая контратака. Зачем? Зачем это делал Шевченко Александр? Непонятно. Два партнера. Был один справа, один слева. Зачем он это сделал? Непонятно. Итак, Сокол. Роман, Роман. Ай-яй-яй. Забивают мяч, но очень неприятно травмировался. Травмировался игрок Индустриала. Это Гергель. Видно, очень больно ему. Дай бог, чтобы все было нормально. Очень переживаешь. Сердце ёкает. Корчится от боли. Корчится от боли. Это Гергель Артем, неприятный такой, неприятный удар. Да, неприятная травма, неприятный удар, как бы. Ребята продолжили этот эпизод, и Архипенко Роман тоже оформляет, вот он снова с мячом, тоже оформляет дубль в этой встрече, сравнивая счет. Дай бог, чтобы
с Артемом было все хорошо, а мы возвращаемся в игру. 2-2, друзья. Очень большой накал в этой встрече. Два дубля оформил. Один Архипенко Роман оформил дубль. Тем самым на его счету теперь 14 мячей. Он один из лучших бомбардиров своей команды. Рома, поехали! А до конца встречи уже все, время вышло, просто была остановка некоторая, может быть из-за этого добавляют. Рома с мячом, Шева. Шева сегодня бьет, ну просто никуда.